2 for Team Europe. Constantinos Filippidis. Третий номер. Спортсмен из Соединенных Штатов Америки. At 3 for Team USA. Scott Houston. Четвертый номер. Представитель команды Европы. Чемпион Европы. At 4 for Team Europe. 19 years old, but European champion. Шестой номер. Команда Европы. Чемпион мира. Чемпион Европы в помещениях. Павел Войцеховский. Седьмой номер. Представитель команды Соединенных Штатов Америки. At 7 for Team USA. Cole Walsh. And at 8 for Team Europe. Восьмым будет выходить в сектор представитель команды Европы. Серебряный бронзовый призер чемпионата мира. Двукратный бронзовый призер чемпионата мира в помещении. There was Ollie Pappies in the men's pole vault. The women's winner, of course, yesterday was Angelika Sikorova. So Filippidis will be first to jump in the men's pole vault. Sam Kendricks with the highest vault in the world this year at 6 meters 6 at the US Championships at the end of July. За соревнования мужчины в этом секторе начнут с высоты 5 метров 35 сантиметров. В первом секторе появится Константинос Филиппидис, спортсмен из команды Европы. Очень серьезный состав участников подобрался здесь на матч и встречи. Роман Туманцев, Петр Лисев, Наташа Колбоуш были финалистами этапа бриллиантовой линии этого сезона. Продолжаем следить за выступлениями девушек в секторе питания молота. И сейчас упаковку выполняет спортсменка из команды Европы. Иоанна Федоров. Yeah, Fyodorov manages to throw. This is round one of the women's hammer early stages. Zalina Petrovskaya is leading the way with 67-68 for the first round of 14 Europe. Теперь свою первую попытку в секторе выполняет Карсон Уотер, спортсмен из Соединенных Штатов Америки. 49 место в мировом рейтинге и высота 5.63 в этом сезоне. Лучший результат в его карьере. So no jump for Carson Waters, only a height of 5 meters 35. Next up then is the Greek athlete representing Team Europe, Konstantinos Filippidis, former world indoor champion, that was back in 2014. Лучший результат Константинаса в этом сезоне 5 метров и 72 сантиметра, но вообще в карьере ему повторялась высота 5 метров и 91 сантиметр. На данный момент мировой рейтинг занимает 23 место. Напомню, Филиппидис является чемпионом мира в помещении. Филиппидис.
representing Team USA. Вашему ребенку стартовый протокол забега на 110 метров с барьерами. Больше 3 спортсмена от каждой команды. 4 представители Европы, 4 представители Соединенных Штатов Америки. Whereas the start is for the men's 110 meters hurdles, which will be getting underway in about 8 minutes' time. A very high quality field with the likes of Sergei Shubenkov and Orlando Ortega. Andy Pozzi all appearing here this evening in Minsk. Грэнд Холлоуэй держит лидерство в мировом топ-листе с результатом 12,98, но здесь мы видим Орландо Ортегу и Сергея Шубенкова, и также Энди Пуцци. Представляем следующий вид программы. Тройной прыжок. Мужчины. Our next event on the infield is the men's triple jump. Номер один в этом секторе спортсмен из команды Соединенных Штатов Америки. Jumping at one for Team USA, Chris Millard. Второй спортсмен из команды Европы, двукратный чемпион Великобритании. At two, representing Team Europe, is the UK champion Ben Williams. Третий номер спортсмен из команды Соединенных Штатов Америки. At three, representing Team USA, Keandre Bates. Четвертый из всех будет выходить представитель команды Европы, чемпион Европы в помещении, Назим Бабаев. Пятый номер, представитель Соединенных Штатов Америки. At five, representing Team USA, twice world indoor finalist, Chris Carter. Шестой номер, представитель команды Европы и команды Франции. At six, representing Team Europe, from France, Jean-Marc Popian. Седьмой номер, представитель команды Соединенных Штатов Америки, двукратный чемпион США. At seven, representing Team USA, the reigning US champion, Donald Scott. Восьмой номер, представитель команды Европы, победитель чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет. I'm jumping at eight, for Team Europe, from Turkey, the European under 23 champion, Nikati Er. Ваши аплодисменты спортсменам, которые выйдут в сектор тройной прыжка у мужчин. Лучший результат в тройном прыжке в этом сезоне имеет Уилл Клей, спортсмен из команды Соединенных Штатов Америки. 18 метров и 14. Первым в секторе появляется Крис Беннард. Лучший результат в сезоне 16 метров и 97 сантиметров. В первой попытке Крис показывает результат 16 метров и 48 сантиметров. А на малыщик совершил попытку на 72 метра и 70 сантиметров.